Здравствуйте, дорогие женщины! Вы смотрите передачу «Мир женщины», специальный выпуск, посвящен 20-летию Церкви Посольства Божьего. Я Босе Аделаджо, и уже мы с вами будем рассматривать сегодня 14-ю истину. Это все берем из Библии, из книги Притчи, 31 глава. И сегодня мы будем рассматривать 16 стихе. Вот написано: задумает она о поле. Задумает она о поле. Вот это слово очень много говорит. Это говорит о том, что мы должны развивать наше мышление, да? И мы должны думать не только о первой необходимой к нуждам нашей. Мы должны иметь масштабные, великие цели на нашей жизни. Это говорится о том, что у нас должна быть цель и видение. Она задумала о поле, то есть это цель, это видение. И это моя молитва вам, чтобы у вас были цели на всех сферах вашей жизни, видение. То, что вы хотите видеть, пока вы живы, то, что вы хотите видеть, когда вас уже не будет. Вы имеете право на это. Давайте. Наша годовщина будет проходить со 2 по 6 апреля 2014 года по адресу улица Ижевская, 2. Каждый вечер в 18:30 ждем именно вас.